Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о специальном проекте «Вызов», который запустили в 14 регионах России. Задача – внедрить сберегающий семью подход и сократить число детей-сирот в учреждениях на 25%. Для этого будут направлены дополнительные ресурсы, а это около 10 миллионов рублей каждому региону. Часть из них – на адресную помощь детям. Также будут обеспечены экспертное и методическое сопровождение, обучение кадров. Будет предоставлена супервизорская поддержка. В каждом регионе появится куратор, советник губернатора по профилактике социального сиротства и семьесбережению. В России появился новый праздник – День беременных, сообщает администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале. Его будут отмечать два раза в год – 7 апреля и 7 октября. Впервые он был проведен в формате акции в 2022 году в 16 регионах Российской Федерации, а в прошлом году был объявлен всероссийским. Этот день получил поддержку президента страны. Целью нового праздника является содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству, а также повышение статуса беременных женщин, увеличение рождаемости, сохранение сложных беременностей, снижение количества абортов и осложнений, связанных с ними. Предприятие Самарской области представит свои рабочие места на Самарской выставке профессий с 9 по 12 октября, пишет администрация железнодорожного района. Вакансии представят более 20 работодателей. Для гостей будут организованы экскурсии по экспозициям предприятий, а также профориентационные тренинги, индивидуальные консультации, мастер-классы, арт-терапия, оценка профессиональных навыков и даже ночная ярмарка вакансий. Всех желающих приглашают на площадку Центра труда и отдыха «Станкозавод». Адрес на экране. We'll be right back.